Вот так выглядит передвижной флюорографический комплекс. Внутри обычный кабинет со всем необходимым для проведения обследования оборудованием. Стоим, не шевелимся. Теперь вдохнуть, не дышать. Флюорограф Проскан 2000 – это цифровой аппарат. В отличие от пленочного, в этом пациент получает дозу облучения в 20 раз меньше, что позволяет обследовать в первую очередь детей и подростков. Также кабина снабжена системой обогрева и кондиционирования. Все автоматизировано. Кабинет флюорографический на базе КАМАЗа. Мы можем обследовать пациентов даже в труднодоступных местах. Высокие технологии позволяют нам сделать качественные снимки, что делает обследование наиболее достоверным. По краевой программе эту машину 9-я горбольница получила в декабре. Теперь этот мобильный флюорограф колесит по школам и другим учебным заведениям Сочи, в том числе по отдаленным горным поселкам.